нужно быть немножко оптимистом. Это также хорошо для нашего здоровья, потому что все обиды, все претензии в окружающий мир, желание изменить весь мир вокруг, и, естественно, мы упираемся лбом в стену, поскольку мы делаем свой вклад, но миллионы других живых существ делают свой вклад. И абсолютно не факт, что наш вклад окажется сильнее, поэтому в любом случае мы не можем повлиять на внешние обстоятельства, мы не можем повлиять на стихийные бедствия, на эту пандемию, но также не нужно проявлять насилие к себе и троллить себя и свое какое-то восприятие. То есть что нам нужно, это изменить восприятие окружающей действительности и понять, что мир, в котором мы живем, прекрасен.